К данному часу на избирательных участках нарушений не выявлено. Об этом сообщают наблюдатели от парламентской ассамблеи ОДКБ. Они поделились подробностями своей работы с журналистами. Всего от международной миссии работают 9 представителей, которые следят в основном за процессом голосования в столице, но также планируют выехать в Акмолинскую область. Члены парламентской ассамблеи отметили хорошую организацию выборов в стране и высокую явку избирателей. Мы, безусловно, в первую очередь смотрим, соответствуют ли выборы законодательству Республики Казахстан. И на сегодняшний момент мы те участки, которые мы посетили, действительно мы объективно не видели каких-то серьезных нарушений или значимых нарушений, или в принципе каких-то нарушений, которые могли бы повлиять на процесс голосования.